В обычной автомастерской на Чуркине рождается президент Мобиль. Необычная конструкция. Его автор – известный московский российский художник Гоша Острецов. Он известен эпатажными выставками и инсталляциями. В своем творчестве художник опирается на самые шокирующие аспекты современной жизни. Во Владивостоке Гошу Острецова вдохновили транспортные проблемы. Получается, что и одновременно такое, как бы, страна контрастов, то есть такие шикарные мосты построены, а отечественного автомобиля, который мог бы поехать по этим улицам, нет. Вот и решил он собрать с нуля фантастичный отечественный автомобиль. И стоило ему только задумать выставку в Центре современного искусства «Заря», как следом выходит важное правительственное постановление. Так что замысел художника оказался как никогда актуальным. На следующий день Медведев публиковывает указ о том, что там с 2015 года все правительство должно ездить на отечественном автотранспорте. Это реальный национальный вопрос, который мне, как художнику, приходится решать, и я его решаю. Президент Мобиль – это что-то среднее между прошлым, будущим и настоящим. Кузов авто выполнен из деревянных пластин и бокситной смолы с добавлением флуоресцентной краски. Так что в темноте автомобиль будет светиться, а двигатель будет работать на спирту. Художник считает, что это материалы будущего. Внешне же президент Мобиль напоминает римскую колесницу, а сделан он на базе Toyota Carina. Правда, японка подверглась серьезным переделкам. Сложновато было переставить тормозную систему педаль, то бишь у нас сиденье выдвинуто от обычного автомобиля в заднюю часть. То бишь все нужно подвинуть под водителя. Переключение автомата, рулевая колонка там. Президент Мобиль, художники, владивостокские механики создавали почти 3 месяца. На инсталляции компанию «Суперкару» составит еще и серия картин. Это будет такой комикс об автомобиле и о том мире, в который бы он идеально вписался. Сейчас Гоша Острецов как раз завершает портрет механика. Это его золотая изобретательная голова, которая светится разными деталями. Президент Мобиль – это не просто красивое произведение искусства. Через пару дней он покинет автомастерскую и своим ходом проедет по мосту через Золотой Рог и доберется до Центра современного искусства «Заря». Татьяна Гнездилова, Игорь Лещук, «Панорама».